Я себя считаю, конечно, художником, не иерусалимским, израильским художником. Потому что то, что я делал в России, в общем, я могу это назвать неким бегством от действительности. Поскольку действительность, она была малосимпатичная в те годы, то, так сказать, был такой, знаете ли, побег в культуру. И работы мои тоже в каком-то смысле были в другую действительность, уйти в другую действительность. А когда я приехал в Израиль, я столкнулся с действительностью. И то, что я делаю, пусть это, я надеюсь, происходит в некой метафорической какой-то форме, но это бесспорно ответ на вызов действительности. Такая, объективного нет ничего, так как я это вижу, так я это понимаю. Вот, поэтому я бы сказал так, что я израильский художник, потому что эти работы я мог сделать только в Израиле. Если бы я жил в Италии, я бы работал по-другому. Если бы я остался в России, я работал бы по-другому. Вот люди обычно хвастаются независимостью, а я очень ценю зависимость. Я зависим от своих друзей, от своей семьи, от людей, которых я люблю. Я зависим от них. Я зависим от своей страны. Когда что-то в Израиле делается плохо, мне стыдно, потому что это моя страна, и я, так сказать, за нее несу какую-то ответственность, я к ней причастен. Вот, поэтому я бы сказал, что я израильский художник с очевидными русскими корнями. Мне интересно взрослое тело, которое уже пожило, у которого там у тела появился характер. Это не нечто, знаете, 90-60-90. Это не такие все эти Барби стандартные. Это вам не кэтвок на подиуме, когда всех этих манекенщиц не отличить друг от друга. У пожившего тела есть своя история. Оно говорит больше, чем какие-то стандартные. Пожившее тело, оно нестандартно. Ведь все, сегодня очень стремятся все к стандартизации. Наверное, всегда это было. Но сейчас это особо видно в силу развития, так сказать, коммуникации и все такое. Вот выставляется некая икона, и, соответственно, все будут носить прически именно так. Или у всех носы вдруг станут такие и так далее. Мне это мало интересно просто. Честно говоря, лето, конец недели. И логично предположить, что большинство народу поедет на дачу. Вот, так что абсолютно для меня был большой сюрприз такое количество народу. Опять же, смотрите, там, в общем, то, что я делаю, здесь практически никому не известно в России. Так что да, был полный сюрприз. Большое спасибо всем вам за то, что вы пришли. Спасибо моей первой жене Вере, которая меня терпит уже скоро 50 лет. Это очень обнадеживает. Всем тем, кто вешал, делал выставку, тем, кто писал статьи в каталог, Саша, Хагай. И, конечно, я еще хочу сказать спасибо человеку, без которого вряд ли бы вообще что-то здесь случилось. Я имею в виду Майкла Маркса. Я уже давно ему говорю, чтобы он подписывал работы вместо меня. И еще я бы хотел сказать спасибо городу, в котором я родился и вырос. Ну вот и все. Пожалуй, спасибо.
собрании русского еще. Есть какие-то вещи в какой-то паре выставок у Русского музея, коллективно, разумеется, я участвовал. Вот. А потом это было предложение, собственно говоря, моего товарища профессора Щедринского, который как-то работает, по-моему, всюду, и в Эрмитаже, и в Русском, и в МОМА, и в Метрополитене. И вот так это закрутилось, и в результате пришло сюда. Мы не были знакомы с Сашей лично, о его творчестве я имела такое вполне расплывчатое представление, хотя я, естественно, знала это имя еще с 70-х годов и была на выставке вот на одной, по крайней мере, группы «Алев». И в общих чертах представляла, что он делает, но вот за его творчеством в Израиле не могу сказать, чтобы следила. И я, собственно, сама вызвалась сделать эту выставку. Очень хотелось представить вот эти огромные, очень выразительные, очень интересные работы, которые требуют, чтобы зритель, вот, наверное, испытав вначале шок, чтобы он все-таки задержался, вгляделся, ну, как-то их, так сказать, пережил. Ну, мне, в принципе, близка вот эта позиция, которую Саша выражает, что вот здесь вот тело, не то тело к обнажению которого, скажем, мы привыкли, чтобы оно было там, идеальное, красивое, а это такое тело, где читается автобиография, ну, биография вот этого человека, там каждая складочка говорит о прожитой, так сказать, жизни. И ну, вот я вспоминала строки Мандельштама: «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим». Это юношеские стихи, да? Но ну, как получается, что вот этот же вопрос, может быть, с такой же остротой, он вот встает уже в те годы, когда возникает вот это старение. Я не очень люблю эту мягкую поверхность, то есть мне хочется поверхность твердой. Твердая поверхность дает возможность использовать грунт, вот, который я делаю с каменной пылью, так сказать, и добиваться самых разных фактур. Потом там можно его, можно потом обработать, его можно взять машину шлайф и прошкурить его, и получить какие-то определенные эффекты такие. Ну и согласно, так сказать, известной поговорке, что бодливой корове Бог рогов не дал, я, наверное, бы очень хотел делать фрески. Но поскольку, значит, у меня фрески, так сказать, никто не заказывает, то я делаю какую-то, самому себе строю эту самую капеллу, которая бесконечно что-то такое делает. И там получается своего рода эффект фрески благодаря материалу, благодаря этому самому твердому материалу. У меня всегда был финансовый тыл, поэтому я мог себе всегда позволить красить то, что я хочу. И поэтому я не зависел ни от рынка, ни от моды, ни от чего. Я в потрясающих условиях, так сказать, прожил свою жизнь. Мне была дана возможность заниматься тем, что я хочу. Это, в общем-то, мало кому достается такое везение. Вот, поэтому я в этом смысле абсолютно счастливый человек. Допустим, человек заключает договор с галереей, да? Вот у него пошли работы. И в галерее ему будет очень вежливо, но жестко диктовать, что ты будешь делать работы такого размера. И ты будешь, и не дай бог тебе поменять манеру, потому что, так сказать, тебя уже знают такого, и это продается. Тебя очень жестко ведут.
Или люди ведутся сами. Вот я смотрю, как, там, будучи в жюри всяких выставок, там премий, я вижу, что люди, вот идет, пошла такая волна, и все пытаются ее оседлать, эту волну, и лететь вместе с ней. То есть люди как бы делают часто то, чего от них хотят и ждут, и то, что, по их мнению, может им принести славу, удачу. Вот я, по счастью, прожил свою жизнь, а не чужую.